Кундивамында беденіміз ағыртмаға башылай. Шоғырлықтан құртырмақ үчін бізге массаж ярдым әте. Келіңіз бүгін массажының файдасы ақында лаф етейік. Ен бірінде массаж япқан Мысырда яшаған инсанылар еді. Олар оның классик техникасыны ішлеп чықарып, массажының эса сызықларыны тайын еттілер. Бойлы процедураларыны да Ромада да кечерейділер. Массаж ен пайдалы процедуралардан бірадар. Доғру япылған массаж узветіміздің бұтын мүчелеріні яқшы тесірете. Чоқысы хасталықларыны тедевілімеге ярдым бере. Массажның эсас мақсады бұл адалелерінің ішіні еліштірмектір. Не үшін доғру япылған массаж мүчелерімізге файда кетіре? Келіңіз бұны мутихасымыздан сұра білейік. Во-первых, нейроседативный эффект, который воздействует на весь организм. Когда мы ощущаем счастье, и гормоны стресса снижаются, то меняется вся система органов и их работа. Второе – это лимфодренажный эффект. У нас часто образуются морщины из-за отечности, ткани становятся тяжелее, и поэтому обвисают ткани лица. Третий момент – это на мышечном уровне. Когда мы расслабляем напряженную мышцу или, наоборот, активизируем атоничную, то, естественно, все системы организма лучше начинают работать. Массаж бір ярым сад девам етмек керек. Оның нәтижесінде бедінімізде еңгілік веда чоқ күч дуямыз. Бетке пылған массаж қан донымыны елештіре, капиллярларыны кенліштіре ве вүжудымыздан ярам айшылерні чықармаға ярдым әте. Массаж лица – это самая приятная процедура, которая необходима каждой женщине. Кроме того, что это замедляет старение, кроме того, что это делает нас счастливыми, помогает сохранить нашу красоту и ощущение счастья, полноты жизни. Бүгінгі күнге бетке апылған массаж ем пайдалы, ем де яқшы бір процедурадыр. Сағығымызны тұшынып, күнде өзімізге бір қач дақа айырмалымыз.